переплавка сердец, переплавка мышлений, переплавка сосудов и ценностей их. Боже, кто устоит, кто остался здесь верным, кого красочный мир мишурой не прельстил? Боже, время пришло испытать поколение, и свершаются Божьи суды на земле. Вмиг закончилось время пустого забвения. В потрясении народ, мир подходит к черте. Переплавка сердец, переплавка сознания. Все, что было доселе, покажется сном. Отрезвление душ и во время страдания Бог научит нас снова идти за Христом. В это время, Господь, наше сердце расширит. Чешуя заблуждений с очей упадет, разрывая контакты души с этим миром. Бог научит зависеть нас лишь от Него. Хлебом станет молитва, сердец сокрушение. Сожаление придет о растраченных днях, о часах, проведенных не к Богу в молении, а в земных пребывая наивных мечтах. Нашу внутренность Бог испытает до грамма, и никто не минует ревизии той. Она станет для каждого важною самой. Примесь всю отделит Бог своей рукой. Это время пришло для кого-то нежданно. Никого Бог не спросит, готов или нет. Нашу веру Господь проведет через пламя. Нам отпущено было немало здесь лет. Переплавка сердец, переплавка сознания. Боже, дай устоять, Боже, нас проведи. Помоги сохранить на Тебя упование. В это смутное время нам путь освети. Аминь.